Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я Таркарио в Окее. 41 рубль стоит, 41,99. Шоколадный батончик. Ну, в Киткате есть пальмовое масло. Сейчас я уже выбрала себе кулич. Он 350 рублей стоит. Взяла разное. С грецкими орехами и клюквой. 600 грамм, он стоит 350 рублей. Но сейчас скидка, поэтому такая цена. А так вот ключи, ну, во всех есть. Вот, во всех есть пальмовое масло. Во всех вот здесь. Кроме, сейчас покажу. Кроме вот этого вот. Вот он творожный, кекс творожный. 460 рублей стоит. Вот. Потом взяла вот такой сок. Это манго, он так развернут. Достала отсюда с упаковочки. Есть груша, есть апельсин, есть банан, вишня. Так, гранатовый вроде видела. А нет, гранатовый там. Значит, он стоит 99,99. Так, пришла за колготками. Куда поехала? Тележка. Сама по себе. Знаете. Так, здесь скидка у нас 188,99. Корректирует живот, формирует бедра, приподнимает ягодицы. Ну, прям фантастика. Надо взять вот такие одни возьму. Да, размер. Илька. Ну, нормально. Это, ну, я когда как-то. Это беру троечку, когда четверочку сейчас возьму такой. Так, а это у нас что за 159 рублей? Ну, это дешевле. Так, 40D. Так, мне еще одни надо, еще одни возьму. Какие-нибудь колготочки. Ну, как надо, надо. Так, какие-то я тогда видела и заинтересовалась ими. Ну, такие неплохие колготки у меня были. Так, это коричневого цвета. Мне коричневые надо. 300, нет, такие не хочу. Я им про эти имею в виду. Вот эти вот горошек не хочу. Раньше нравились, сейчас как-то нету желания. Не хочется. Так. Тогда не взяла. И чего нету? Так. Вот они, дорогие. 419 рублей. Корректирующие шортики Super Slim 40D. Черные. А, вот есть и коричневые, это просто отсюда. 419, но сейчас так взяла. Значит, куличи. Так, 299 рублей. Тоже 40D. Так, опа, куда мы несемся? Навстречу приключениям. Отличные новости. Так. Ладно, взяла одни. Хотя думала еще одни взять. Ну, ладно, пока. Пока. Опиум 299 рублей. Это я говорю, скидка. 99 копеек. Ну, 300 рублей, считайте. Рассмотрю по скидочке. Так, носочки у меня есть. Ну, какие. Наклоняюсь, потому что коричневая, а тут и черная сверху. Такие вот интересные. Эти как трусики смотрятся. Заниженная талия. Ну, мне такие не надо. Заниженная талия. Вот. Так. Что тут еще интересного? Вот. Ну, все. По-моему, все. Вот такой корм беру. Родные корма. Говядина. Без ГМО, без сои, без красителей. Нету никакой там, знаете, риса и тому подобное. Скоро позакончится. Вот хочу взять грецкий орех в карамели. Сейчас скидка 300 рублей. Это скидка. Сколько со скидкой стоит? Это у нас 220 рублей с черной смородиной. Давно мороженку не ели.
хотя муж у меня кашляет. Буду при нем. Так, а это у нас... Все, я разочаровалась, 40 копеек. Вообще-то надо какой-то один выбрать, а то муж скажет, ну совсем ты обалдела, мать. Жрешь мороженое. Ну, из эту выпечку никакой. Ага, набрала этих самых куличей. Или так я мороженого не буду. То есть выпечку. Самогон уже набрала. И это. Ну, если что, куличи положу. Пакет полиэтилена у меня есть. Я запасливаю. Так, что у нас тут еще? Ну, такие я не брать не буду. Быстренько мне надо еще взять мужу. Так, сыр. А сыр? Сыр. Что-то я про сыр не подумала. Что-то я дома не посмотрела, есть у меня сыр. Был у меня сыр. А. Сливочный сыр 50%. Наверное, возьму, потому что сейчас скидка 164,99. Давайте вообще подадим, посмотрим, какие еще скидки есть. Так, мои любимые натуры есть. 269,99, 270. Вот ее, наверное, и возьму. Вот она. Сливочные 400 грамм. Он же. То здесь... А, это легкие. Да, легкий мне не надо. Я люблю все жирненькое, все вкусненькое. Как раз со скидочкой. Так, растительное масло. Снова слобода. 244 рубля. Мне написала одна. Что вы наговорите на слободу? Я ничего не наговариваю. Мне сказали определенные, какие масла хорошие. Все, про это масло я вообще ничего не знаю. Просто говорю, что того нету. Ну, хорошее. А что за слобода? Насколько оно там действительно в производстве... Действительно, то, что есть, они непонятно, из чего сделано. Масло злато подсолнечное, 239 рублей. Благо, 139,99. Так, ну я сейчас не буду брать. Ну, масла много, я сейчас не буду брать, потому что я и так набрала. Ой, это все мороженое. Я уже взяла все. Ира, иди, иди нафиг, мороженое ты взяла. Тележка такая, неуправляемая, засранка. Мороженое взяла? Набрала, вернее, не взяла, а набрала. Как можно так это? Аж две. Я очень, как бы, знаете, вот чего-чего, за весь этот пост, я вот как бы вспоминала несколько раз о мороженое. Вот мороженое хочу. Так, мне еще надо капусту, зелень. И тут-то все. Ну, посмотрю еще тут. Ну, по-моему, капустка с клюковкой сейчас возьму мужу. Да, картошка у нас 46,99 рублей. Ну, так и завези мелкая, белая, ранее импортной. 89,99. Вот, морковка, свекла. 84,99. Так, шампиньоны 219 рублей килограмм. Вон там на развес очень хорошие грибочки. Смотрите. Так, а мне нужна, как всегда, зелень. Как обычно, 42 рубля, 100 грамм, вообще супер. В ленте что-то вообще дорого, да? Помните, я снимала, и нам такая цена была. Ну вот. Так, и петрушка. Вы знаете, вроде петрушки не надо, она есть. Она есть, а не надо. Ну, так всегда. Или взять. Ну, столько-то, наверное, будет много. Куда ее? Тебе кроши ешь. Ешь и кроши. Вот так вот возьму. 19,99. Не, ну это не может быть. 30 грамм, но здесь не 30 грамм. Здесь 100 грамм. Ну, я думаю, что такая же цена, как и на укроп. А вот, 49,99. Вот она. Отлично. Уже была обрадовалась. Вот какой-то... Это конференц груша. Но она дорогая. Меня смутила цена. Так она везде по 300 с чем-то рублей. Здесь типа 220 рублей без скидки.
Ну вот он, конференц, да, вот он наверху, 350 рублей. Мне, кстати, вот эти вот понравились очень. Вот эти. Так, сейчас скидка 149,99. Ну, я за 160 покупала. Надо взять, знаете, мне понравились. Вот эти груши мне понравились. Они такие вкусные, они немножко напоминают конференц. Благо, они не ватные, как, например, вот Вильямс. Но лично для меня Вильямс, он такой, не очень. Поэтому вот это даже получше, по-моему. Да. Пожелтее, что ли. Еще такое, что-то пожелтее. Мне понравились эти игрушки. Правда, маленькие. А вот. Конференц. 300 рублей килограмм. Ну, я взяла уже те. Ой, дубовые. Но они все равно тоже вкусные. Нет, сейчас я не потащу, потому что мне еще огурцы надо взять. Еще все впереди. Надеюсь, я жди. Господи, ну куда мне встать со своей тележкой? Так, что у нас там с огурчиками? Мне вот огурчики надо. Вот они. Так. Ой, утренний с цветочком. 219 рублей. Вот они. Ну, такие мягенькие. Ну, наверное, возьму их. Угу. Да, наверное. Так, картофель. 2,5 килограмма. 209,99. Красный. 99,99. 89,99. Ну тут 3 килограмма. По 3 килограмма. 359,99. Тыква. 62,99. Так, выбрала я огурчики. Так, теперь мне надо яйца. Я уже купила 20 штук. Но мне этого мало. Мне надо еще. О, кстати, посмотрю, нет ли. Ой, а телега. Зараза. Выпендривается. Так, нет ли моих яиц? Сейчас, по-моему, нет. Или есть? Так, дошла до яиц. 234 рубля. 20 штук. 25, 289. Но я возьму в этот раз 15 штук. Роскар. Как-то тут цена странная. Две цены стоят на один и тот же продукт. 182,99 и 192,49. Мне надо вот эти вот яйца. Сюда смотрю. А 10 штук 129,49. Всегда проверяю. Нет и побитых. Почему переворачиваю? Потому что бывает иногда, знаете, почистят, помоют сверху. А снизу-то видно протечки. Вот, все хорошо, вот эти я возьму. Я поднабрала. О, слушайте. Здесь еще куличи есть. Ну, прям безобразие какое-то. Я уже взяла. О, 829 рублей. Ну, вот это вот беспалевое масло 459,99. Не, ну, я все, конечно, понимаю. Куличи пасхальные. Так, вот от Палыча, да, 359,99, 400 грамм у Палыча. Но у него всегда состав хороший. Вот. Но здесь у нас 400 грамм, а я взяла по 600. Ой, какие. У меня дочь такой точно есть не будет. Смотрите, тут разные сухофрукты она не любит. Не, я такой брать тоже не буду. Я уже взяла. И можно, конечно, взять вот этот вот от Палыча. Так, а это сколько у нас здесь? 450 грамм, а здесь 650 грамм, 729 рублей. Да, славные цены, славные. Так, ну сейчас подумаем насчет. Это тоже интересно, сколько здесь у нас? 505 грамм. Пасхальный такой куличик. Красивый. Ну, это творожный или нет? Непонятно. Ну, такой тяжеленький, хорошенький. Сейчас состав с вами изучим. Нет, он не творожный, поэтому брать не буду. Я так подумала, сначала возьму.
Вот еще есть какой-то за 459 рублей. Вот 650 граммов. Ну, вот уже приятненький. Сейчас здесь посмотрим. Может быть, здесь есть творог. Вот. Картофельный крахмал. Нет. Нет, ну не буду брать тогда. Взяла вот этот один, два вернее. Взяла мужу семечек, он попросил. Вот эти вот красные упаковки, это без соли. Соли мне нравится. Он говорит, нет, хватит соли. Соли нам больше не надо. Так, ладно. Поехали. Так, так. Давайте, двигайся, тележка. Печенье нам надо. Печенье нам не надо. Ира, иди нафиг отсюда. Так, какао не надо, у меня уже куплено. Так, вот это мне надо. Это мне надо. Сейчас наберу снова. Вот эти самые вкусные. Вот они. Мне очень нравятся. Да. Всегда беру 4 штуки. Я добавляю их в этот самый, в салат. Ну, в салате вообще отлично. Вот. Молочку я все куплю. Угу. Так, 89 рублей, творожный кекс. Так, мне хлеб надо. У меня муж. Хлеб. Да что ж такое-то, пьяница-то, тележка. Я тебя прямо веду, вот мне вот этот хлеб нужен. Прямо веду, а оно мне все куда-то. Хорошо, не налево, направо. Так, а сегодня какое у нас число-то? Вообще-то сегодня 21-е, да? Четверг. Да. Все 20-е. Мы будем искать. Искать. 21-е. А вот, я нашла. Молодец, я молодец. Так, батон возьмем. У меня там батончик еще есть. А, нужен батон-то, нужен. Батон-то нужен для сыра. Слушайте, вот этот творожный кекс раньше был хороший. Сейчас подойду, пройдет женщина. Вот этот вот кекс был раньше творожный вкусный, а потом вообще какой-то кислый стал. Вот брала, думаю, ну, один раз думаю, ну, может быть, знаете, что-то такое случилось. Ну, а потом в последующие разы брала, и все та же фигня. Ой, давненько не кушала рыжая непоседа. Так, это обычная у нас. Сколько стоит? 71. Ого, подорожало. Слушайте, с изюма это вообще 115,99. Только и брать на этот самый. Вкусно очень рыжая непоседа. Вот. Не, я не буду брать, батон возьму. Так, давайте посмотрим. Тут булочку мне. Батончик. Честный состав. Ну, как-то. Слушайте, с батоном беда. Здесь пальмовое масло есть. Здесь вообще 19 число. Батон с отрубями. Возьму вот это с отрубями. Ну хоть сегодняшнее число и состав хороший. Нету пальмового масла. Это нормальное без ешек, без всяких этих. Ну возьму его, что делать. Главное очки мне не потерять, а то я тут очки взяла, заложила, как это, клизма. Так. Я не сказала цену на этот батон. Кстати, да, сейчас посмотрим. 46,99. Так, муж у меня хотел. Он подсел конкретно на халву, съедает ее моментом. Просто, знаете, улетает. Так, не, вот это вот. Кузю нынче не хочу. Вот халва. Что, она до сих пор? О! Давай-ка. Ну, тут как обычно. Да. Нового ничего. Можете взять. Два тоже. Возьму. Потому что дата, ну как не то, что старая, она не просроченная. Но еще, как здесь указано, так, по 9, так 31, 01. Нет, а я что-то взяла другое.
Да, я взяла 0,2, по-моему. Сейчас проверим. Да, 21.02. Зефир. Хочу ли я зефир? А, зараза, телега. О, я же хотела конфет взять. Каких-нибудь. Идемте посмотрим конфеточки. Так, шоколадочки. Ну, вы посмотрите на нее. Ну, все налево, вот налево стало. До этого все направо. Сейчас налево едет. Не, ну шоколад я тоже не хочу. Шоколадное печенье с орехами. Ретроспор 124,99. Давайте мы к конфеткам подойдем. Ну, какие-нибудь там вот лимончики, сосулечки. Мечта, карамель тоже вкусненькая. Гусиные лапочки. Лапочки. Ой, мать моя женщина. Что у меня тут приклеилось к руке? Мечта. Лимончики. Что мне, знаете, вот ручки тянутся к лимончике. Хотя раковые шейки очень вкусные. Зараза, 176,99. Возьмем лимончики. Мне не нравится. Тем более сейчас скидка. 61,99. Все. Пойдем в воскресенье. Дай бог, все будет хорошо. Церковь пригодится. Так, что у нас тут еще вкусного, интересненького? Ну, хватит, а? Так, сливочная помадка. 158,99. Так. Так. Ну, все, да? Даже ни Левушки нету. Про коровку я вообще молчу. Ёшкина коровка, которая... Про это я вообще молчу. Сливочный рис. Сколько он? 154 рубля. Беда для пломб. Так, сука, я не хочу, я взяла. Уже тот сок манговый, зараза. Едь ты, давай, нормально. Не выпендривайся. Так, чай мне не надо. Кофе посмотреть. Мне что-то посмотреть кофе. Скидка. Есть скидка? Вот. Скидка есть. Господи. Вот. Вот этот кофе. Так, до сих пор скидка есть. Так, он мне команды не давал. Покупать, не покупать. Не, не буду. Так, песок сахарный. 79,99. Скидка. Мне не надо. У меня сахарный песок есть, мука тоже есть. Сейчас 99,99. Припортовая 2 килограмма. Ну давай ты. Господи, я сегодня накачаю мышцы однозначно. Так, что у нас тут? О, как все запущено-то, телега. Так, давай сюда я поставлю, тут пройдусь. То есть не замучаюсь. Голландия, Трис. Нет. Крупа Голландия. А что это? А, перловая 79,99. Господи. Ну что такое? Вообще непонятно. Рис националь 134,99. Рис отборный 189,90. Золотистый 158,49. Так, где моя греча? Так. Рис Бальдо 164,99. Так. Греча. Где моя? Вот националь 179,49. Ага, вам было, между прочим, 169. Было 170 рублей. А что это они так подорожали, а? Нехорошо, нехорошо, бантика, батенька. Макфа. 800 грамм, 104,99, а здесь 900 грамм. Нехорошо, нехорошо. Ну, гречи мне не надо. Кстати, вот этот крем спермацетов очень хороший. Он так смягчает офигенно. Я пользуюсь им. Так, 94,99. Вообще шикарный крем. Шикарный. Мне сейчас не надо. У меня там есть. Нет. Ну, вообще отлично. Вот. Ну, все. Сейчас пойду на кассу. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался. Всем
кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие, всех вам благ, исполнения желания, чтобы все у вас было хорошо, ангелы-хранители. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек, животных. Ну и мирного неба над головой, дружба между народами, уважение, взаимопонимание между разными вероисповеданиями. Всегда до новых встреч, до свидания.